Кто не любит вкусные огурчики? Да еще свеженькие, хрустящие. Конечно, любят все. И вот сегодня, 14 июля, я посажу вот эти огурцы. Их, конечно, слишком много супруг замочил, обработал их в марганцовке. Но, конечно, надо было штук 10, не больше. Но любит он всегда с лихвой. А потом ничего, потом я их отправлю в компостную яму, те, что будут лишние. Сегодня 14 июля, хороший день для посадки, и я посажу семена огурцов вот здесь, на эту грядку. Вы видите, посажены виноградники, есть семена шпината на самом шпинате, ну а там дальше у меня перчики растут. Так вот, здесь были посажены сидераты, я их хорошенечко изрубила. И сейчас надо сделать ломки для того, чтобы посадить огурчики. Итак, приступаем. Делаем ломки. Видите, там, где были посажены сидераты, земля влажная. Ну и сейчас я сделаю все луночки и покажу, как буду сажать. Лунки сделаны. Я пролила их водой, и теперь осталось только посадить семена огурчиков. Сажаю я помного, теперь осталось их только слегка прикрыть землей, где-то сантиметр, не больше. И все, и осталось ждать всходов. Так я прикрою всю грядку и буду ждать, когда же пойдут первые всходы, делая так, 2-3 посадки за лето. У нас до осени огурчики для еды. Если успеете до 15 июля посадить, значит, будете с урожаем. Ну, во всяком случае, так у нас в Молдове. Так мы сажаем не первый год. Понравилась информация? Делитесь ею, ставьте лайк, подписывайтесь на мои каналы. С вами была видеоблогер Екатерина Снетко. И наш зеленый, цветущий, дающий урожай, красивый сад. Всего вам доброго!